сканеры бывают двух типов, версии 2.1 и версии 1.5. Какой же выбрать для вашего автомобиля? Чтобы правильно определиться, что нужно для вашего автомобиля, нужно сначала знать несколько простых правил. Простое правило. Первое. Для автомобилей с, до 2007 года, еще раз, не 2007 года выпуска, а 2007 года электронного блока управления, используется версия 1.5. Старше 2007 года используется версия 2.1. Так как сейчас все автомобили новые, но, к сожалению, мы покупаем автомобили немножко старого типа, то есть блоки управления у них старенькие, поэтому версия 2.1 в основном подходит реально новым автомобилям с новыми блоками управления. Визуально отличить можно, там чуть-чуть разный цвет платы, для этого нужно разобрать и посмотреть. Но с точки зрения только отличается набором протоколов. И все. Ну и, к сожалению, из-за этого цена 1.5, из-за того, что все-таки в нашей стране больше автомобилей до 2007 года, выше, чем версия 2.1. Но желательно, если вы часто делаете диагностику, там у вас несколько автомобилей, иметь две версии у себя.